Алина чемпион! Многие хотят выделиться из толпы, а они, наоборот, хотят быть как все. Например, заниматься спортом. Алине Мартыновой 11 лет. Девочка почти ничего не видит. Если бы ее маме еще месяц назад сказали, что дочь совсем скоро будет кататься на горных лыжах, она бы не поверила. Но участие в проекте «Лыжи мечты» изменило жизнь Алины. Теперь девочка даже уроки делает быстрее, чтобы на тренировку успеть. На практической части семинара Элизабет Фокс, одного из ведущих специалистов по адаптивному спорту в США, Алина с легкостью освоила и беговые лыжи. Если вот в Одессе, близко к Москве, близко к дому появится трасса, то есть люди всех, действительно всех категорий, и взрослые, и дети с разными дефектами, маленькие, с разными проблемами здоровья, вот смогут заниматься, это будет вообще подарок. Потому что дорога, на самом деле, очень ограничивает. Элизабет Фокс работает с людьми с ограниченными возможностями здоровья больше 30 лет. Цель ее визита в Одинцово – поделиться своим опытом. В следующем году в спортивном парке отдыха должен появиться склон «Лыжи мечты». Администрация Одинцовского района обещала изыскать на это средства для того, чтобы все нездоровые дети Одинцовского района могли получать это в непосредственной близости от дома. И как это будет финансироваться, я не знаю, но я думаю, что на адресную помощь тоже какие-то деньги, наверное, найдутся. Сноуслайдер. Без этого приспособления невозможно освоить лыжи людям, которые плохо стоят, и тем, у кого есть поведенческие проблемы, например, больным аутизмом. Это на самом деле обманчивое впечатление, что каждый может это дома там на токарном станке своять. И нам, как программе «Лыжи мечты», очень важно, у нас прямо в договоре прописано со всеми там горнолыжными центрами, которые мы работаем. Я думаю, что сейчас это будет и просто центр для беговых лыж, и мы в процессе разработки программ летней активности. Так вот, с каждым контрагентом, с которым мы подписываем договор, мы прописываем, что только сертифицированное оборудование. Представьте, что будет, если под нездоровым ребенком вот эта ерунда развалится. Поэтому для того, чтобы гарантировать качество, мы должны быть уверены, что это проверенная история. Руководство спортивного парка отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной уже заинтересовалось приобретением сноуслайдера. Теперь остается решить другой вопрос. Как сделать занятия беговыми лыжами доступными для всех желающих? Не миллионеры люди. Все пашут по 24 часа в сутки, иногда и по 26. Мы делаем это для тех, кто с нами. Мы делаем это для людей, которые... Закупается оборудование, и потом приглашаются эти дети. Мы разберемся, как. Наша главная цель – поднять как можно больше людей, детей на ноги. А уж, конечно, будем думать, как это сделать доступным. Лешенька, Леш, посмотри на меня. Ты ножки поставил? Молодец. А теперь вот палочку поставь. Вот одну палочку, вот эту, в пяточке. В пяточке. Нет. В пятки поставь. В пяточке. Ну, не время. Тебе чего? Удобно будет. Она, удобно. Она вот олимпийская чемпионка, Леша. Правильно. Вот ты плаваешь, а она... Молодец. Леша, а теперь вот мы тихонечко начинаем толкать. Видишь? Пяточки. Ну-ка, попробуем. Пяточки толкаем. Занятия спортом с особенными детьми – большой труд и для родителей, и для инструкторов, которые должны пройти специальное обучение. Но игра стоит свеч. По моему ощущению, горные лыжи помогают лучше. Быстрее, там, ну, по целому ряду причин. Но беговые лыжи в условиях нашей огромной страны — это неисчерпаемое количество возможностей, потому что можно заниматься где угодно, около дома, встал на лыжню. Не знаю, родители здоровые двумя ногами протоптали 10 метров, и любой ребенок с любыми потребностями, любой взрослый с любым видом инвалидности встал и поехал. И понятно, что развитие своего тела, да, ну, беговые лыжи, это что такое? Это вот параллельно правильное положение тела, параллельное движение ног, это обучение ходьбе на самом деле. Вот я абсолютно уверена, что если заниматься, там, не знаю, месяц-два, то неходящий человек, на беговых лыжах позанимавшись, начнет ходить. Мы можем просто поставить эксперимент. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Финиш! Еще! Ура! Ура!